Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Значит, купил себе новую машину Duster, и у него вот такая сигнализация Пандора. Но где что находится в ней, я не знал. Значит, продавец мне продал с вот таким вот брелком. Соответственно, это его запасной брелок. Я заказал из Китая брелок вот такой за 800 рублей. Он пришел. Вот такая посылочка. Здесь акт о том, что была повреждена коробка сама. Ну, где-то что-то с ней сделали, но сам брелок рабочий. Достал, вставил в него батарейку. Сейчас вот он вот так вот уже заработал у меня. Значит, долго я читал мурзилку, чё да как. Вот такую себе распечатал прям штуку с этим Пандорой. Ну, в итоге помог YouTube и Google. Значит, вот эта кнопка, которая здесь находится, она не для программирования брелков. Я нарыл кнопку, обыскал всю машину, она у меня была вот здесь. Вот тут ее спрятали, вот она вот такая маленькая. На ней написано валет. И нам потребуется вот этот... Сейчас я закрою дверь, а то там едет машина. И нам потребуется вот этот светодиод. Значит, по умолчанию у нас... Наш пин-код, который мы будем вводить, 4 единицы. Ну, вроде бы как. Сейчас буду пробовать. Значит, смотрим на светодиод. Один раз нажимаю на кнопку. Должен он один раз мигнуть, а потом один раз мигнуть красным. Ну, вы не видите. Короче говоря, мигнул красным. Второй раз ввожу. Мигнул красным. Третий раз ввожу. Мигнул красным. Четвертый раз ввожу. Он мигнул красным, потом зеленым, потом попрыгал. Теперь берем на брелке, зажимаем вот эти три кнопки. Держим, пикает. Чего-то произошло. Теперь берем на вот этом брелке, зажимаем три кнопки. Светодиод пикнул. Красненький, зелененький и так далее. Вот, теперь надо включить и выключить зажигание, соответственно. Включаем и выключаем зажигание. Пробуем. В общем, все прописалось. Закрывает, открывает. Все в порядке. Ну, как-то так, друзья. Всем спасибо за просмотры. Всем пока. Ссылку на брелок Пандора оставлю в описании. Всем удачи!